Всем добрый день, всем хорошего настроения. Я вот заметила, у меня мак растет. У нас это запрещено. Когда я вижу ранней весной, я все вырываю, а этот я не заметила. Но пусть уже созреет. По-моему, у нас запрещено, если более 50 штук. А до 50 штук, наверное, можно. Это все борьба с наркоманами. Они бывают, да, ходят, лазят по ночам, по всем огородам, ищут мак. Но сейчас как-то в последние годы стало их гораздо меньше у нас. Года 3 назад это был какой-то кошмар. Каждое утро встаю и вижу, что по огороду кто-то шастал. Это наркоманы ищут мак. А сейчас куда-то они делись все. Сегодня достаточно прохладно. Я разожгла камин. В этой комнате очень холодно, сыро как-то. Пусть немножко прогреется. И вот села и сижу. Я могу смотреть на огонь и на воду. Вечно, мне кажется. Вот села, я уже не знаю, сколько минут я здесь сижу. И мне очень нравится такое вот мое состояние, когда я смотрю на огонь или на воду. Но надо идти работать, очень много работы. Пошла я. Как-то уже повернула резко на осень. Может, это временно, а может, это уже и осень пришла. А вы посмотрите, какая у меня зеленая фасоль. Она может и не вызреть. Сейчас посмотрим, какие там стрючки есть или их вообще нету. Нет, стрючки есть и много, но очень-очень зеленые. Вот посмотрите. Вот видите, стрючков много. Но зеленые. Ну, не может быть. Ну, не может быть, чтобы осень началась так рано. Не может быть. Я верю, что еще будет тепло, солнышко. У меня 2 сорта фасоли. Этот сорт вообще зеленый. Вообще зеленый нигде. И не намечается, что фасоль будет созревать. Здесь еще полупустые стрючки. Да, это проблема, я вижу. И еще у меня сегодня обнаружилась одна проблема. Я не выполнила свое обещание. Это очень плохо. Вы помните, я вам обещала показать, как я пересаживаю клубнику? Но, к сожалению, в этом году ничего не получится. Я ее плохо поливала, можно сказать, вообще не поливала. И видите, очень слабые отростки. Ничего в этом году у меня не получится. Так что вы извините меня, пожалуйста, я пообещала, но не сделала. Но я думаю, мы будем живы-здоровы и до следующего года. Я надеюсь, что все будет хорошо. Мы и дальше будем с вами дружить. Я в этом почему-то уверена. И на следующий год я обязательно буду пересаживать клубнику. Обязательно. И поскольку я сегодня помидорами не занимаюсь, мне нужно насобирать семян портулака. А то я потом забуду, он весь осыпется. А вот эти первые семена, это... самые качественные первые семена мне нужно собрать. Вот видите семена? Вот я показываю палочкой. Вот это, видите, маленькие черные. Это семена. Коробочка уже раскрылась. И не сегодня, а завтра эти семена осыпятся. Вот поэтому мне надо насобирать. Они очень-очень мелкие. И мне надо насобирать их хотя бы несколько коробочек. И рассадить.
Раз уж я решила, то надо это сделать сегодня обязательно. Сегодня я взяла отгул. За прогул от помидорчиков надоело. Завтра буду закрывать. Сегодня отдыхаю. Иду в магазин. Вот увидела, видите, дорогу поремонтировали. Мне так не нравятся вот эти латки. Я их называю. По мне лучше дыры пусть, чем вот эти куски какие-то. Мне кажется, оно все равно до весны все эти латки повыпадают и будут те же дыры. Ну, здесь вот большой кусок. Ну, вот большой кусок я еще как-то понимаю. Это нормально. А вот эти маленькие кусочки, то чепуха. Это я так думаю. Может, тот, кто ездит на машине, рады этим латочкам. Но мне не нравится. Чисто так эстетично. Я живу на такой улице, где одна машина проедет. Одна машина в час проезжает. Поэтому для меня вот десяток машин едет, для меня это уже такое сумасшедшее движение. Что значит, человек привыкает к тишине? Я не представляю, я давно была в Харькове. Наверное, с полгода не была в Харькове. Там вообще я себя чувствую как букашка какая-то. Не уверена, абсолютно не уверена. Я отвыкла от городской жизни, привыкла вот к этой тишине. С одной стороны, это хорошо, конечно, но с другой, наверное, отрывает человека от цивилизации. Все-таки мне ближе цивилизация, чем вот эта тишина. Все-таки я более 40 лет прожила в больших городах. Все-таки, наверное, мне город ближе. Я жила в Одессе, в Харькове. Последние 10 лет в Киеве. В этом городке я живу где-то более 10 лет. 13-14. Точно даже и не помню. Но тоже довольно давно. И привыкла, наверное, уже к тишине. Но все равно по зову сердца мне ближе большой город. Сегодня я делала все по мелочам, но все равно день пробежал очень быстро, очень. Пришло время с вами попрощаться. Дорогие друзья, сегодня я с вами прощаюсь. Но прежде чем попрощаться, я хочу вас всех поблагодарить за то, что вы смотрите мое видео. Мне это очень-очень приятно. Спасибо вам. А сегодня до свидания, до завтра.